Три раза я стрелялся на дуэли из-за женщин. 12 женщин я бросил. 9 бросили меня. Да. Было время, когда я ломал дурака. Миндальничал, недоточил, рассыпался писем, шаркал ногами, любил, страдал, вздыхал на луну, раскисал, таял, холодел, любил страстно, бешено, на всякие манеры, черт меня возьми, трещал, как сорока об эмансипации, прожил на нежном чувстве половину состояния, но теперь слуга покорный. Теперь меня не проведете. Довольно. Очень черные, очень страстные, алые губки, ямочки на щеках. Луна, шепот, робкое дыхание. За все это, сударыня, я теперь и медного гроша не дам. Я не говорю о присутствующих, но все женщины, от мала до велика, ломаки, кривляки, сплетницы, ненавистницы, лгунишки, до мозга костей, суетный, мелочный, безжалостный, логика возмутительная. А что касается вот этой штуки, то, извините за выражение, воробей любому философу в юбке может дать 10 очков вперед. Посмотришь на иное поэтическое создание. Кисия, эфир, полубогиня, миллион восторгов, а заглянешь в душу обыкновеннейший крокодил. Но возмутительнее всего, что этот крокодил отчего-то вообразил, что его шедевр, его привилегии и монополия – нежное чувство. Да черт побери совсем! Разве женщина умеет любить кого-нибудь, кроме баллонок? В любви она умеет только хныкать и распускать нюни. Там, где мужчина страдает и жертвует, вся ее любовь выражается только в том, чтобы вертеть шлейфом и покрепче схватить за нос. Вы имеете несчастье быть женщинами, стало быть, по себе самой знаете женскую натуру. Скажите мне по совести, видели ли вы на своем веку женщину, которая была бы искренна, верна и постоянна? Не видели? Верны и постоянно одни только старухи-то уроды. Скорее вы встретите рогатую кошку или белого вальшнепа, чем постоянную женщину. Позвольте. Да. Позвольте, так кто же, по-вашему, верен и постоянен в любви? Уж не мужчина ли? Это нас, мужчина! Мужчина! Мужчина верен и постоянен в любви. Точно! Скажите, какая милость. Мужчины верны и постоянны. Позвольте, извините. В школе на то пошло, то я вам скажу. Простите. То я вам скажу, что самым лучшим из мужчин, каких только я знала и знаю, был мой покойный муж. Иди сюда! Я любила его страстно, всей душой. Как может любить только молодая, мыслящая женщина? Я отдала ему счастье, жизнь, молодость, все свое состояние. Дышала им, молилась на него, как язычница. И что же? Это лучший из мужчин самым бессовестным образом обманывал меня на каждом шагу. После его смерти я нашла в его столе полный ящик любовных писем. А при жизни ужасно вспомнить. Он по целым неделям оставлял меня одну. На моих глазах ухаживал за другими женщинами. Изменял мне, сорил моими деньгами. И несмотря на все это, я любила его и была ему верна. Мало того, он умер, а я
все еще верна и постоянна. Я погребла себя в четырех стенах и до самой смерти не сниму этого траура. Траура! Траура! Не понимаю, за кого вы меня принимаете. Точно я не знаю, для чего вы надели это черное домино и погребли себя в четырех стенах. Еще бы, это так таинственно, поэтично. Проедет мимо усадьбы какой-нибудь юнкер или куцый поэт, взглянет на окна и подумает: а здесь живет таинственная Тамара, которая из любви к мужу погребла себе в четырех стенах. Знаем мы эти фокусы. Да как вы смеете говорить мне все это? Вы погребли себя в четырех стенах, однако же вот не позабыли напудриться. Да как вы смеете говорить со мной таким образом? Не кричите, я вам не приказчик. Позвольте мне называть вещи настоящими их именами. Я не женщина и привык высказывать свое мнение прямо. Не я кричу. А вы кричите! Извольте убираться вон! Пожалуйста, не делайте мне сцен. Я разговаривал с женщиной, а не с вами. Будьте добры, будьте повежливее. Извольте убираться вон! Извольте оставить меня в покое! Я говорю, я разговаривал с женщинами, а не с вами! Поиздуй, не делайте мне шерсть! Вы мужик, грубый медведь бурбон! Что? Монстр! А? Как вы сказали? Я сказала, вы мужик, бурбон, монстр. Позвольте, какое право вы имеете оскорблять меня? Да, оскорбляю. А вы думаете, я... Вы думаете, я боюсь вас, да? Бурбон вы... А вы думаете, если вы поэтическое создание, то имеете право оскорблять безнаказанно, да? Если на дороге вы выше горло, вы думаете, я боюсь вас, да? Бурбон вы... Карьеру! Я никому не позволю оскорблять себя, не посмотрю на то, что вы женщина, слабое создание! Медведь! А, пора уже, наконец, откреститься от предрассудков, что одни только мужчины обязаны платить за оскорбление. Равноправность так равноправность, господа! Барьеру, черт возьми! Стрелять захотите? Извольте. Сию минуту! Сию минуту! Ой, после мужа остались пистолеты! Я сейчас же принесу их сюда! С каким наслаждением я влеплю пулю в ваш медный лоб! Черт вас! Браво! Браво! Я подстрелю ее, как цыплю. Я не мальчишка. Не сентиментальный щенок. Для меня не существует слабых созданий. Стреляться. Вот это и есть равноправность, эмансипация. Тут оба пола равны. Подстрелю ее из принципа. Ну, какова женщина, а? Черт возьми, влеплю пулю в бедный лоб. Каково? Раскраснелась. Глаза блестят. Вызов приняла. Это женщина, это я понимаю. Настоящая женщина. Не кислятина, не размазня, а огонь! Порох! Ракета! Даже убивать жалко. Она мне положительно нравится, положительно! Хоть яблочки на щеках, нравится. И злость прошла. Удивительная женщина. Потом люблю.
звучат твои.